Всем привет! Вы на канале Звездный Социум. В этом видео об угрозах дочери Валентины Легкоступовой со стороны Юрия Фирсова. Итак, к новости. Всего несколько дней назад с нами не стала певица Валентины Легкоступовой, а вокруг этого события уже разгорелись страшные баталии. Так, ранее державшая нейтралитет Анетта Бриль, старшая дочь певицы, резко изменила позицию. Девушка заявила об угрозах, поступавших со стороны отчима Юрия Фирсова. Ее заявление не голословно. По словам Анетты, у нее есть диктофонные записи, на которых отчетливо слышен голос Юрия. Кроме этого, сам Фирсов не разрешал более 2 недель увидеться с матерью, что выглядит очень странным. Цитата. «Почему за 2 недели никто туда не поехал? Потому что я, мать 2 детей, в свой адрес слушала угрозы от Юрия Фирсова, которые у меня есть на диктофонных записях. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возможно, там были не только сильные алкогольные напитки, возможно, там было что-то еще». Уже ранее СМИ заявили о том, что травма головы, полученная Валентиной и ставшая причиной смерти артистки, не случайна. Якобы ее муж имел пагубное пристрастие к спиртному. Собственно, пристрастил к этому и свою новоиспеченную жену. Анетта долго молчала, сохраняла нейтралитет. Говорила о том, что они с Матвеем уважают выбор матери. Но в душе ни она, ни ее младший брат не были довольны таким решением Валентины. Напомню, что артистка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Врачи во время осмотра выявили скрытую внутричерепную гематому, экстренно прооперировали. Но организм певицы не справился с нагрузкой. Валентина Легкоступова скончалась, не приходя в сознание. Светлая память. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.